Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня определение победителя Розы. Это будет видосик последний с еженедельки этой еженедельки. Уже завтра видосы, которые будут у вас с утра, или видосы, которые будут после этого, уже будут участвовать на следующую неделю. А завтра я уже выберу среди еженедельной тусовки всей нашей победителя одного. Так, конкурс на розу был вчера запущен, 8 числа. Условия были определить количество, узнать количество осколков розы, которые мне выпадут со 191 мешка. Я вам вчера показывал, точнее сегодня с утра показал и дал возможность изменить свои комменты. Кто успел, кто увидел, молодец. Так, сейчас открою рабочий стол и пойдем открывать комменты. Так, отлично. 463 коммента. Красавчики. Виталий Задорожный. Бойтесь его. Так. Сейчас дооткрою весь спам. Все очень просто. Вам надо было написать количество и оставить коммент, как с вами связаться. Ну, лайк, репост, как обычно. В общем, ничего нового я не придумал для вас, самое простое. 195 осколков, ребят, с 20 выпало 120, а там 191 мешочек. Я надеюсь, что кто-то угадает. Всех девочек поздравляю с праздником. Красавчик. Забыл только написать, сколько там выпадет штучек. Я думаю, где-то выпадет в районе 1000. Однозначно. Не меньше. Тридцать, думаю, маловато. Такс. Все. Все комменты мы открыли. Отлично. 1100. Но это более реально. Так. Початку найновейше. Поехали в самый низ. Будем оттуда смотреть. Блин, как же долго это открывать? Почему нельзя все сразу подгружать?
Когда они это уже поменяют? По-моему, на конкурс с Огником раньше когда-то было там в районе 1500 комментов. Вот то была веселуха. Такс. Поздравляю тебя с 8 марта. О, спасибо. Так. Отлично. Отличненько. Смотрите как раз прокачку нового аккаунта. Так. Что я сюда залез? Что я хотел? А, я хотел видео посмотреть. В общем, ладно. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, комменты открыты. Поехали в битву замков. И открываем сумочки. Так, вот 191 сумка. Поехали. Давайте так, 30 открыли, что у нас получается, 70, 125, в принципе, с 30 штук, возможно, даже и 1000 не наберем. Я буду так по 3 открывать. Так, с чего у нас 80, еще 120. Ну, интересно, падает там с 20, а тут, видите, 125 и 120 у нас получилось с 60. Итого 245. Поехали дальше. Да, я думал, что все-таки будет побольше. Ну вот побольше. Так, 245 300 420. Так, ну половина, 420, где-то около 1000 должно быть. Тут вообще плохо упало. Да уж. Ой. 420 плюс 70, 490. Башка уже не варит. Да, 490, 515. Хорошо, 71 осталось. Опять вообще упало. Жесть. Так. 515, 615, 625, 630. Если я не ошибаюсь. 10, 115. Да, 600. 630. Окей. Так, 630 плюс 60, 690, 725. Отлично. Да, даже 1000 набрали.
725, 775. Вот так вот. У меня получилось 775 осколков, ребят. Ну, поехали. Будем искать сейчас победителя. Я надеюсь, кто-то 775 написал. Так. 280, 825, 745. У нас 775. Я вот так вот ищу, ребят. 795. Но то, что вы в дужках, должно быть одно число. Так, 775. 1300. 700 осколков. 300, 470. Можно было бы проще просто поиском, но я люблю пересматривать, не доверяю что-то поиску. 665. 790 плюс-минус 100, очень рядом, вредная Оленька. Связаться. 975. 600 плюс-минус 100. Ну зачем? Я же просил вас точное число. 675, 835, 650, 685. Я потом еще в повторе пересмотрю, чтобы точно не пропустить. Такс. 675 опять. 800. 900. 755 почти. Почти чуть-чуть не хватило. 685. Так. 1820. Ну нет. Я сам думал, 1000 будет. 36. Надо будет, ребят, в следующий раз сделать, там, допустим, дать возможность каждому три варианта ответа. А если вот кто-то один угадает, или там пару человек угадает, среди них разыграть. 690. 780. Блин, 5 штук. 775. 5 штук не угадало. Блин, чуть-чуть. Минусер выносит. Да. Самый близкий ответ практически. 990, 457, 630, 235, 250, 720, 705, 810, 950. Да, надо будет подумать все-таки над тем, чтобы давать пару ответов. 740, 710. 725, 755. Всем удачи, связь, репоста. Количество осколков написать. 570, 600. Да. Семьсот тридцать два. 780, еще один. Блин, чуть-чуть. Практически чуть-чуть. Либо сделать будет, надо будет плюс-минус там 5, например. Возможно, сделаем так. Напишите потом в комментах. То есть вариант есть, там пару ответов. И потом среди тех, кто угадает, допустим, либо плюс-минус там сделать 5 или 10. Ну, минималку такую, скажем. Мне кажется, лучше с ответами больше вариантов дать. Так, 850, 1000. 755, 915, 800. Да, двое были ближе всего.
Да, тут уже глаза болят. Но все равно пересмотрю всех. Так, 715, 745. 775, ребят. Так, хорошо, открою его. 775. Потом пересмотрю, но скорее всего, что надо было мне изначально посмотреть, сколько у меня их было. Но я думаю, вряд ли я ошибся в подсчете. Такс. 765, 770, смотрите, вот ребята рядом, 700, очень рядом. Один у нас есть. Самое главное, чтобы у него еще все открыто было. 725, когда уже розыгрыш. Уже. Так, 700 тысяч. 735. Да, пару ребят прям так рядом были. Связь, репост, связь, репост. Вот еще один 775 откроем. Так, Александр Евдокимов первый. Посмотрим, если он выпал. Два, ребят, двое угадало. Посмотрим. Или у первого есть. Так. 900. 780. Вроде так никого не пропустил, потом еще раз пойду 720. Так, что я листаю? Давайте посмотрим, или у него сделано. Так, репостик есть. Блин, надо было сразу же открыть его YouTube страницу. Вот еще один 775 Blustacks Twitter. Так, ладно. Будет очень долго. Давайте так, 775 поиск. Нет комментариев. Это, конечно, весело. Блин, а теперь в обратном порядке его ищи. Жесть. Так, а ну-ка так попробуем, может, вот так и на Ютубе. Вот то, о чем я говорил, ребят. Бля. За что мне это?
Наказание. Вот это больше всего не люблю. Блять, надо было страницу Ютуба сразу открывать. Ой, блять. То чувство, когда ну его нафиг эти конкурсы. Почему оно 775 не находит? А в принципе я могу его сейчас по страничке определить, что я парюсь. Так, Александр Евдокимов. Я же его по страничке открыл. Блин, жесть, конечно. Смотрите, не ищет. Вот как так? Давайте по айдишке. Заглючит. Блять, жесть. Просто жесть. Не издеваются. Ну что делать? Иду обратно, потом в видосе уже пересмотрю. Если что, коммент переделаю. Но я вроде не просчитался. Жесть, короче, ребята, я, честно говоря, сам в шоке. Надо что-то будет подумать с этим, потому что искать так реально еще и тупит, судя по всему, поиск. А ну я сейчас отключу, может, из-за VPN-ки. Раньше ж искал, и все нормально было. Блин, ну вот как так? Блять, беда. Почему он не ищет? Что за бред? Зато будет наука на будущее. Что сразу, блин, открывай. Так, смотрим, где-то здесь, дальше открывать не буду. Где-то он тут, потому что все открыть. Ой, блин. Вот так вот, ребята, вот вам конкурс, и сидишь, блин, полчаса, выбираешь победителя, думаешь. Ну, надо все сделать по-правильному. Так, это, по-моему, надо VPN-ку включить. Да, 107, это Шевченко, это второй. Ага, значит, он перед ним. Так, значит, идем вниз. Нравится мне такой садомазохизм, ребят. Полчаса, блин, втыкаешь циферки. Зато выработаем тактику. Странно, что не ищет.
Вот он, Александр Евдокимов, наконец-то. А тут ничего не открыто, к сожалению. Поэтому идем искать следующего. Почти очень близко был. Так, ну тут видно, красавчик репостит все полностью. Так, ищем его, значит. Я уже, ребят, не один раз говорил, что надо сделать, чтобы у вас все было открыто. Я так понял, надо каждый видос вам показывать. Так. Где-то он здесь. Вот он, 775. Ух, красавчик. Все, подписка есть. Фу, это фанат. Это фанат. Поздравляю. Сделал все правильно. Так, ну давайте попробуем. Я думаю, вряд ли мы что-то тут изменим. Малый, в принципе, заслуженно заслужил. Так, сейчас я поищу его так. Странно, что не работает поиск. Блин, печально, печально это все, я не могу проверить. Ну, ничего не сделаешь, это не от меня зависит. В общем, поздравляю. Сейчас я тебе напишу. Вот так вот, ребят, наконец-то я выбрал победителя. Долго это, конечно, было, но правила есть правила, они для всех одни. Поэтому участвуйте в конкурсах, еженеделька завтра, еще сегодняшний видосик у вас есть, и будем дальше трешивать, завтра выбирать еженедельного победителя. Все, всем удачи, всем пока.